Всем привет, друзья! Канал Карим и Проверь, канал обо всем. Сегодня я вам показываю стеклянные игрушки. Стеклянные игрушки елочные, сделанные в советское время. А вот перед нами стеклянный фонарик. Не просто фонарик, а фонарик с тремя фонариками, так скажем, с тремя глазками. Что можно сказать про него? Краска немножко сходит. Это видно. Амальгама, скорее всего, немножко имеет изъяны. А фонарик удлиненный, красивый. И цвет красивый. Трубочка у ней, по-моему, не имеет больших дефектов. В советское время умели делать. Даже кончик здесь сохранился, не обломился, ничего. Вот. Ну, такая красота радовала и детей, и взрослых в советское время. Друзья, напоминаю, канал Карим и Проверь, канал обо всем. Подписывайтесь на мой канал, будьте с нами. Обязательно подпишитесь. У нас бывают интересные фильмы, интересные факты. Спасибо, друзья, что были со мной. Вот такая елочная игрушка у нас. До свидания, друзья.